Я на секундочку поздороваться. Здравия всем. Светланочка, Зиночка, Алиса. Не плачь, Алиса, ты стала взрослой. Алиночка, Мариночка. Игра, Тимур, Яраночка. И те, кто слышат, но не пишут. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Иногда очень полезно смотреть РЕН-ТВ, учитывая, что более миллиона просмотров. Единственное, хотелось бы знать, слышно ли меня. Ага, значит слышно. А теперь внимание на экран. То, что сейчас вы увидите, я сам офигел. Справа я выведу для понятия то, что я увидел классическую картинку. Слева меня отвлекает сейчас 3 секунды. Сейчас я вам кое-что покажу. Внимание на экран. Сейчас начало будет не очень, но потом что-то будет удивительное показано нам на экране. Вам, нам, всем нам. София, здравия. Тут важно не то, что они говорят, а то, что они нам в кадре показали только что. Я думаю, вы все обратили внимание, что нам показали в кадре. Как говорят в журнале «Мурзилка», найдите 10 отличий. Давайте еще раз спокойно, без комментариев, посмотрим на мою схему, которую создавали для ролика «Сотовая земля. Перезагрузка». И посмотрим то, что РЕН-ТВ нам показывает. Я думаю, комментарии, уважаемые, добрые, светлые человеки, излишни. Что скажете, стоит ли этот небольшой фрагмент пустить даже на под основной канал? Основной канал будет сейчас в тишине, пока YouTube не поменяет политику в отношении моего канала, я ролики выпускать не буду. Кто-то скажет, да, ты скажи спасибо, что его вообще не блокируют. Да. Я говорю спасибо Ютубу, что мой канал еще жил, что мой канал еще жив. Вот. Для тех, у кого плохо со зрением, обратите внимание, вот наша схема круг, вот наша схема круг, вот соты по краям. Это для тех, кто не понимает, что РЕН-ТВ в 2017 году. А как мы с вами знаем, я в 2016 году объявил, что Земля сотовая во всеуслышание. И они уже в 2017 году все это показали. Вы знаете, все это время находился в других районах своей квартиры. И когда подошел к компьютеру, подошел именно в тот момент, когда на экране появилась эта картинка. Просто я, как и любой человек, живу обыкновенной жизнью. У меня и гости сейчас, много довольно гостей, да, и я ему, как говорится, на кухне рассказываю истинное бытие, а здесь крутится волчок. И вот когда я зашел в комнату, увидел, что показывает РЕН-ТВ уже в 2017 году нашу схему. Комментарий излишен. На этом разрешите откланяться. С вами по-прежнему Вячеслав Котляров.
Очень положительные вещи последнее время происходят в моей жизни, потому что я тотально начал облагораживать мир вокруг себя, творить добро, быть добрым.